мир всем! Сегодня я делаю банановое мороженое. Вот здесь я нарезала 2 банана, налила 0,5 литра молока, добавила 0,5 стакана творога, значит, где-то 1/4 стакана сахара, пакетик ванилина, ну, и 200 грамм сливок. Сейчас буду взбивать. Сначала сделаю на 4-ку или на 5-ку из 12, а потом уже буду постепенно увеличивать. Смотрите сюда. Тазик. Аппетитно выглядит. В нашу мороженицу вот такое кольцо берется. Чаша в него просовывается. Вот так. И вот сюда поворачивается. Так. Вот панель такая крепится. Защелкнусь. Ну, все она включилась, и тогда вот в это отверстие, повыше снимай дырочку, я заливаю, медленно заливаю, вот не спеша. Мороженое готовится 40 минут. Но если смесь холодная и мороженица, вот эта форма хорошо заморозилась в морозилке, тогда оно быстрее может приготовиться. Надо смотреть в окошко, просто контролировать. Ребятишки пока готовят стаканчики подмороженные, цветочки рисуют, машинки. Так, смотри, сейчас еще один. И покажи, Варум, что там у тебя. Еще цветочки не докончил. Тебе есть, а тебе нет. Все, 40 минут прошло. Аккуратненько открываем. У нас дома довольно тепло, это у нас жидковато получилось. Так. Чтобы не моралось, убираем. Все, берем. И берем и раскладываем наши подготовленные красивые стаканчики. Нет, все густенько. Вот наше мороженое мы разложили. Можно здесь сразу, а можно маленько в морозилку брать, чтобы оно потвёрже стало. Можно получить. Да.